Всем привет! Вы на канале Мисс Маша. Сегодня будем искать сюрприз зайчика. Погнали! О, что-то вижу! Зарякаем тут прямо. Так, а сними кучки, то и так удобнее все. Это же новая серия Пакс. Сейчас, посмотрите, как... Это пятая серия, ребята! Получилось! Я наконец-то открыла этот дом. Смотрите, кусочек тут пиццы. Тогда идем в пиццу. А тебе кто-то подойдется с пиццами. Кеша открывается. О, вот. О, маленький ботиночек. Смотрите, видите. Бутылочка такая. Так, у меня уже есть такая. Ну, тебе такие подсумки. Наверное, фактовка подойдется мне. Мне такой, кажется, платье попадалось. А кажется, фактовка мне. Кажется, что-то мягкое. Вот такие очки. Мне такие уже целая куча них. О, красивая девочка мне. Я такую хотела. Мечтала, только она не так не похожа, как на коробке. Ой, она куда? Она лежит. Ну, блин, время надо снимать. Какая модная. Я мечтала, как этот... Помогу ручкой. Попробую так со Стефисой. Тасовайся. За хвостик. Обувь не стянула. Оп. Надо ее красивая. Тут еще что-то есть? Пустой пакет. Красивая. А где ее тоже? Ой, не надо втянуть. Тише, отчуюсь. Ребята, вы видите это? Пуща. Попаженная. Где она? Ребята, выйдите. Видите, где она? Нет. Так, еще один ботинок. Сейчас я тут. Один. Вот ботинок. Мусор нам не нужен. Такая некрасивая девочка попалась. Поможете это мне это сделать? Это какая-то сошка. Мне поможет кто-то. Вы не знаете это. То есть это... Мы подождем. Как вот это. Тут. Оп. Смотрите, какая красивая одежда ее была. Вот такие маленькие туфельки классненькие. И такая сумочка. И очки статские. Здравствуйте, дети! Вы, а вас на себя видели? Привет, Маша! Одевай меня скорее! Ну, маленькая принцесса! Маленькая принцесса! Королева! Маленькая принцесса, королева! Моя красивая кавалерка. Мавалерка. Это моя любимая девочка. Как это? Одеть эти туфельки.
какой она слизкая. Не тянет другую кофточку мне из своей, какой мне не нравится кофточка. Полетываем что-то другим не попадается. Нет, самая крутая кукла, что я Мия. Я знаю эту куклу, она самая крутая девки. Это тоже самые крутые. Мне нравится вот это самое очка. Мне нравится. Я не могу один ботинки, они потому что у меня падают с рук. Мы потом один. Давайте искать следующую подсказку. Пока-пока. Дайте много лайков.